Турецкая пресса сообщает, что Алина Босс и Умут Эвервин поженятся уже в самое ближайшее время, однако актриса не подтверждает эту информацию, а также поясняет, почему ее возлюбленный лайкает фото бывших девушек в Инстаграме. В очередной раз Алина опровергла слухи о свадьбе, когда журналисты ее заметили в районе Левен. Относительно предполагаемого предложения руки и сердца в Париже Алина заявила: «Такого предложения нет. Как видите, на моем пальце нет обручального кольца. Пусть сохранится волшебство. Если в будущем такое произойдет, я с удовольствием поделюсь с вами хорошей новостью. У нас нет причин скрывать что-то от вас. Учитывая, сколько раз эту тему уже обсуждали, я уже и сама начала ждать это предложение». По вопросу о недавних новостях о лайке, которую поставил Умут под фотографией Сирина и Сарикая, Алина заметила: «Мы не так часто заходим в социальные сети, и я редко там бываю. Возможно, просто не туда нажал, но между нами не было никакого диалога или обсуждения этой ситуации». Тем временем возлюбленный Алины Умут Эвервин, похоже, полностью готов к семейной жизни. Накануне он избавился от подписок на всех своих бывших девушек. Молодой человек отписался от Тубы Бьюпюстун, Мелисы Шеналсун, Сильная Сарикая и Фарак Зиня Пабдулах. Поставил точку на темном прошлом. Может быть, слухи о свадьбе все же правдивы? Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.